Всем привет! Меня зовут Аня, и вы на моем канале. И сегодня 9 апреля. Лучший день моей жизни. После дня, конечно, когда я встретилась с Катей Адушкиной. Сегодня 9 апреля, и мы с мамой идем на чемпионы на льду. Тим Тутберидзе. Вот. Я очень этому рада, к нам приезжают сегодня девочки. Точнее, они прилетели вчера. Вот. Но прежде чем пойти туда, шоу только в 19:00. Поэтому я сейчас соберусь, поеду в МАК, потом еще съезжу на тренировку, потом приеду, накрашусь, все сделаю, и мы поедем с мамой уже туда. Я надеюсь, вам понравится этот влог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы погнали! Короче, мне уже принесли мой заказ. Вот он такой. Я подорвался, ужас. Настя пошла оплачивать заказ свой. Вот. Я пока не буду без нее кушать. Вот. Да. Там она говорит огромная очередь. Если я смогу не кушать, то не буду. Короче, мы встретились с Дашкой. Мы опаздываем, как обычно, да. И мы идем на тренировку. Вот такие дела. Я надеюсь, что мы там не будем ничего делать. А ты надеешься на что? Что мы свалим, и все. Согласна. Я и так свалю, но на 10 минут раньше. Представляете, целых 10 минут. Я пришла на тренировку, и всю тренировку я занималась акробатикой с Дашей. Короче, у меня закончилась тренировка, я уже иду на остановку, чтобы поехать домой. И будем собираться уже на ледовое время. Короче, у меня есть очень мало времени, буквально 5 минут, поэтому за эти 5 минут мне надо накраситься и переодеться, и мы выезжаем, потому что буквально через час начинается это шоу, а мне еще ехать полчаса, блин. Быстро поэтому. Что я хочу сказать, я впервые в жизни так быстро накрасилась и выбрала, что надеть на шоу. Приехали с мамой в Минск-арену. Мама. Мы очень спешим, потому что до начала представления... Ой, ушел. Оно уже началось. Минута уже как идет, но я думаю, еще не идет. Вот. Такие дела. Буду все снимать. Я очень рада. Мы пришли, и буквально через 10 минут началось само шоу. И началось оно с наикрасивейшего общего номера. Thank you.
та самая, которая не нуждается в представлении. Сегодня с вами был ваш покорный. We'll be right back.
тарелочки. Брось туда пальцы. Вон медведи. Это малина нас снимает. Спешим день позже. Да, верили, да? Короче, все закончилось. К сожалению, сфотографироваться полноценно с девочками мы не смогли, потому что девочки не фотографировались на льду. А потом, когда мы выбежали на улицу, к сожалению, уже были они в автобусе, и никто с ними не смог сфотографироваться. Вот так. Но мне очень понравилось. Ну что, ребята, я уже дома. И что я могу сказать о шоу? Мне безумно понравилось. Все девочки были очень дружелюбными. Все пытались по возможности давать автографы, но, к сожалению, из-за организаторов они не всем могли дать автографы. Аня Щербакова и Алина Загитова оставались после окончания шоу, но, к сожалению, все очень сильно давились. Была, короче, давка. И организаторы или охрана, я так и не поняла, очень сильно грубили девочкам, именно девочкам-фигуристкам, что им нужно уйти, но более в грубой форме, потому что начинается давка. Алина Загитова ушла, но потом она ушла, как бы, вот, где всем давали автографы. Аня была очень напугана, но продолжала давать автографы. Алина ушла, постояла чуть-чуть, все более-менее успокоились, и Алина опять вышла и дала всем автографы, кому смогла. Аня же раздавала вот такие вот карточки, которые она раздает, я думаю, на каждом своем выступлении или шоу, я не знаю. Вот такие вот карточки. Я первая, кто взяла, такие, мне очень безумно понравилось. Это сам билет, я его порвала только, потому что в рамочку потом хочу вставить. И самое главное, это тоже билет, но это автограф Максима Транькова, это Даша Усачева, это Саша Трусова, это Камила Валиева и это Алина Загитова. Я это буду все хранить, я очень сильно рада. Также, естественно, сейчас я храню вот эту ручку. Она даже пахнет ими. Ручкой расписывались. Алина, во-первых, давала всем моей ручкой автографы. Да, это было очень важно. И с чем повезло? С тем, что мы с мамой сидели на трибуне Б сектора А на первом ряду 12-13 места. Но это было вверху чуть-чуть, но было хорошо видно. Потом, и слава богу, что мы выбрали трибуну Б, потому что девочки как раз-таки выходили оттуда, где мы сидели. Но надо было подойти чуть ближе, и, слава богу, там оказалось место одно, которое было свободным. Я туда села и просто ждала всех девочек. Я наснимала вам кучу контента. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Я снимала по возможности, как смогла. Я пыталась еще смотреть сама. Вот... И мне очень сильно понравилось все номера. Была очень крутая атмосфера. Вот, поэтому я надеюсь, вам понравился этот влог. В принципе, все, я буду его заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мои соцсети. В инстаграме тоже я выкладывала очень много интересного. Мой инстаграм будет по ссылке в описании. Также подписывайтесь на мой тикток, на этот канал, ставьте лайки. И всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Thank you.